Собаки. С глубокой древности они сопровождают человека своей верностью и преданностью, заслужив любовь навсегда. Значение этого животного трудно переоценить. Это сторож и охранник, нянька и лошадка, пастух и охотник, поводырь и спасатель или просто верный друг, чье живое тепло и преданные глаза помогают избавиться от одиночества. Человек установил особые отношения с собаками более 1000 лет назад. Он очень давно оценил собаке острое обоняние, тонкий слух, выносливость, неприхотливость, силу, преданность хозяину и другие не менее полезные качества. Собаки использовались в войне еще древними египтянами, римлянами, греками и британцами. Крупные породы, такие как дог и волкодав, использовались для прямого нападения на противников. Спустя века, в 19 столетии в Европе, значительный размах приобретает использование собак и на полицейской службе. После первого случая в Англии такие факты применения собак в работе полиции имели место в Германии, Франции, России и некоторых других странах. А регулярное применение дрессированных собак в полицейской практике было впервые введено в 1899 году в бельгийском Генте. В России для выполнения специальных задач собаки стали применяться с середины 19 века и далее сначала в пограничной страже, а затем и в милиции и полиции. А сколько человеческих жизней спасено этими животными, в том числе ценой своей? В суровые годы войны четвероногие бойцы жертвовали жизнью вместе с хозяевами, вступая в смертельную схватку с врагом, бросаясь гранатами на спине под вражеские танки. Об героической службе и в мирное время было снято немало фильмов и сериалов. Например, фильм режиссера Семена Туманова «Ко мне, Мухтар» – это история о милицейской овчарке Мухтаре. Его прототипом стал реальный пес Султан, прослуживший 10 лет и участвующий в 5000 операций. Получился настолько грустным и трогательным, что над ним проливало слезы не одно поколение зрителей. Любви у собак не бывает, есть рефлексы, их и надо отрабатывать. Да ну тебя, скучно. Будем работать. Собака по кличке Мухтар к разыскной службе пригодна. Дали мне завалящего пса, лишь бы только отвязаться от старухи. Сейчас жалобу буду на собаку писать. В настоящее время собаки редко используются, чтобы непосредственно нападать на людей. Чаще всего они специально обучены, чтобы обнаружить взрывчатые вещества, определить местонахождение пропавших людей или пересекать местность, опасную для людей. При этом уже каждая вооруженная сила в мире использует собак в военных целях. Есть множество историй, связанных с героизмом собак, которые в очередной раз заставляют восхищаться преданностью животных. Однако действительность для многих из них была трагична. Ну и в мирное время от души работают собаки, посвятившие жизнь людям. Сейчас четвероногие друзья часто встречаются на службе в полиции, в пограничных органах, спасательных и поисковых операциях после землетрясений, схода снежных лавин и так далее. Собаки служат неустанно и бесстрашно, неоднократно спасая жизни ценой своей. В некоторых странах военным собакам, которые погибают на службе, заносят имена на специальные мемориалы и хоронят с почестями. И это неудивительно, ведь безграничная преданность и храбрость, показанная собаками, которые служили человеку в сложную минуту, восхищает и вдохновляет, и доказывает. Собака – верный спутник и надежный друг человека, которому можно доверить свою жизнь.